Сегодня Эдхам Акбулатов подал документы в избирательную комиссию для участия в выборах депутатов Горсовета. Он возглавит список партии «Единая Россия». Сейчас региональному отделению необходимо открыть специальный избирательный счет и предоставить финансовый отчет до 29 июля. Только после этого в течение 10 дней избирательная комиссия зарегистрирует кандидата. В списке 51 кандидат. Это высокопрофессиональные люди, это красноярцы, которые доказали свое патриотическое отношение к городу своими делами. Я считаю, что этот сплав опыта и молодости, он как раз позволит эффективно решать стоящие перед городом проблемы.